Дизайн этого оптического манипулятора не только привлекателен, но и практичен. Большая часть корпуса сделана из шероховатого матового пластика. На боках расположены резиновые рельефные вставки, которые помогут надежно зафиксировать устройство в руке. Там же находятся полосы подсветки, цвет которой меняется в зависимости от выбора одного из предустановленных профилей. И это значит, что в каждой новой игре G300 будет выглядеть по-другому. На корпусе манипулятора находится сразу 9 кнопок, 7 из которых вы сможете настроить по своему усмотрению при помощи специального программного обеспечения. К тому же, при подключении манипулятора к другому компьютеру установленные вами параметры не пропадут. Также отметим, что здесь используется оптический сенсор высокой точности 2500 DPI, который отслеживает плавные и резкие движения практически на любой поверхности. У G300 есть небольшой объем собственной памяти, где и хранятся все необходимые настройки. Подключается манипулятор через USB, так что вы сможете использовать ее с любым ноутбуком или десктопом. Этот игровой манипулятор станет верным помощником для любого геймера, а его стильный дизайн подчеркнет вашу оригинальность и уверенность в собственных силах.